Темпы производства кирпича растут, как и количество строек по всей Хакасии, отмечают в Минстрое региона. Речь не только о жилье, но и о соцобъектах. Школах, детских садах, больницах. Качественный стройматериал для республики нужен, поэтому правительство региона поддерживает местных производителей. Завод в Черногорске появился почти 10 лет назад. Затем по ряду причин юридический адрес пришлось менять – на Горный Алтай. Однако в прошлом году бизнес в Хакасию вернулся. Теперь все налоги остаются в республике, а власти нужному для региона производству помогают. Оказывают грантовую поддержку, привлекают на предприятия специалистов и решают технические вопросы. Сегодня кирпичный завод посетил глава Хакасии. С своей стороны стараемся всячески поддерживать. В общем-то, Министерство экономического развития вручную работает, смотрит, какие есть проблемы, мы помогаем. Мы заинтересованы, чтобы производство расширялось, потому что строим мы с каждым годом все больше и больше. Министерство экономического развития добавляют, чтобы изготовить кирпичей на один многоквартирный дом, у завода, который работает по особой технологии, уходит неделя. Это быстро. В прошлом году были проблемы с кирпичом. Данное предприятие на сегодняшний день может выпускать до 1,5 миллиона кирпичей в год. Соответственно, в прошлом году к нам они обратились с проблемой, то, что отсутствовала сертификация необходимая на кирпич для уже вхождения в нацпроекты. Соответственно, через центр «Мой бизнес» была оказана услуга по сертификации. Также есть текущая потребность. Все равно замена ветхих домов происходит на более современные, комфортные дома. Они все в большинстве своем строятся из кирпича. Поэтому мы уверены в том, что эта продукция будет пользоваться спросом. Тем более мы предлагаем новую продукцию, как полированную продукцию. Тротуарная плитка, в том числе полированная. Сейчас завод осваивает новые виды стройматериалов, в том числе кирпич из натурального мрамора, соломенный кирпич.